Кыргызстан стал парламентской республикой. Накануне в стране прошел референдум по изменению Конституции. За новый основной закон проголосовали более 90% граждан. Кроме того, отныне глава временного правительства Роза Атумбаева наделена полномочиями президента переходного периода. Она будет возглавлять Кыргызстан до 31 декабря будущего года. По сообщению Центральной избирательной комиссии республики, против новой конституции проголосовало около 8% граждан или 145 тысяч человек. Явка составила почти 70%. Решение о проведении референдума приняло Временное правительство после свержения президента Курмамбека Бакиева и межэтнических столкновений.